Этой осенью. Что ты знаешь о Сайлосе? Сайлос — колдун. Он влезает в головы людей, читает их мысли и заставляет их видеть то, чего нет. Встречайте. Сайлос, покажи мне свое настоящее лицо. Зачем мне это делать, если я могу выглядеть так, как ты хочешь меня видеть? Другого. Сайлос? Я могу заставить тебя видеть, что захочу. Ты понятия не имеешь, кто я. Двойника. Сайлос, это, наконец, твое настоящее лицо. Ты не один из них. Не совсем. Привет, тень моей тени. Этим летом я выпил неисчислимое количество крови. И я обнаружил, что становлюсь сильнее и сильнее каждый день. И я задумался, где предел моей силы. На скольких людей я могу повлиять? 2? 10? Вся городская площадь? Дневники вампира. Премьера 5-го сезона 10 октября.